Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу еще в 2003-м критиковать политику президента Супармурата Ниязова. И фирмы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, Америка во всем права, то, что ведется во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства.